Ассаламу алейкум, Рамзан Ахматович. По вашим указаниям, мы сегодня с утра начали штурмовать Камышевах совместно с другими подразделениями. Мы сегодня общий фронт взяли под контроль и совместно с другими подразделениями идем, штурмуем весь фронт. Мы полностью, можно сказать, взяли Камышевах. Остальное завтра очистим. Туда могут возвращаться гражданские. И дальше больше, как говорится. Но и тем шайтанам, и нацистам, и этим бандеровцам мы хотим сказать. А когда мы вас убиваем, мы наслаждаемся. Надеюсь, вы не закончитесь. И не уйдете от этого Лисичанска, как вы убежали от Северодонецка. И всем, кто является военнослужащим и является этих группах айдаров разных, короче, вы бросаете тероборону вперед и сами убегаете от нас, воюете с нами. Я надеюсь, что ближайшим временем мы очистим весь этот фронт от нацизма и фашистов. Я думаю, что вы, которые называете себя воинами, люди не будут убегать так сегодня. Ваш клип я тоже увидел. Якобы дикие ополченцы воюют против вас. Да, мы дикие, когда мы воюем против вас, а в мирном жизни мы мирные, очень хорошие, вежливые, да, муж? Да. И я надеюсь, что в ближайшем времени мы разберемся с вами. В то время сюда еще прибывает много спецподразделений из нашего республики, и надеюсь, те шайтаны убежали сегодня из Камышеваха, мы их настигнем, и кто убежал из Северодонецка, их тоже настигнем. Надеюсь, вы не успеете уйти из оставшихся городах и населенных пунктов. Мы вас там закроем, как закрыли этих азовцев. И дальше больше. Вы думали, что вы хорошие воины. Мы вам доказали, что это не так. И еще докажем, еще вам докажем, и вы увидите нас. Сегодня тоже вы как плакали, как отставляли своих, короче, как вы бежали от нас. Вы говорили, что мы дикие, короче. Мы вас слушали и будем слушать, и будем дальше вас уничтожать. Всех до единого. Ахмад! Сила! Такбир! Аллаху Акбар!